Здравствуйте, любители пошаговых стратегий и Sid Meier's Civilization 5 в частности. Вы слышите Алексея Халецкого, и с этим видео начинается очередной FFA сериал в пятой циве. На четверых, но это только потому, что карта необычная, 4 угла. Когда-то, по-моему, я уже выкладывал партии на такой карте, но вот сейчас это было давненько, давайте повторим. В чем особенность? Карта не закольцована, то есть справа налево по ней нельзя пройти, и игроки появляются в четырех углах, как ни странно, между которыми есть водное пространство небольшое и в центре прямоугольник, который все эти четыре угла соединяет. То есть у всех примерно одинаковое место для развития, одинаковая позиция, и карта интересна тем, что вначале вы развиваетесь, а потом будут уже войны. Мне выпала Индия, а против меня будет Дания, Карфаген и Полинезия. Напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры. Это такие спойлеры, когда вы просто рассказываете, что в видео произошло, без своего мнения, без сообщения о том, как бы вы лучше сыграли или как было бы правильнее поступить. Ну и, конечно, не стоит оскорблять участников. Вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Да, я не на море. Ну? Я. На удивление даже неплохо. Ну и ладно. Тундра, правда. Тундра, давайте глянем, что тут. А, там уже конец карты, отлично. То есть я нахожусь в верхнем правом углу. Да мне хочется вот сюда город поставить, честно говоря. Хоть тут и не холм, зато вокруг территория очень... Блин, а у меня не будет еды тогда вначале. Нет, тогда, наверное, все-таки я тут останусь, где и стою. Вот мне не нравится этот кусок тундры, на самом деле. Ну, это, правда, всего две клетки. Две клетки тундры, это не так. Ладно, я останусь тут. Какая печаль. Да, нормально. Нормально. В одной клетке от моря поселиться. А что спешил так? А место оказалось суша вроде. Эльдорадо ГГшки, да? Ничего себе. Я не нашел, я справила, просто начинаю уточнять. Да. Думаю, да, кстати, мы не уточнили по поводу... А что там по поводу ученых, там, ядерок, вот это? Все как в турнирных партиях? Ну, вообще, я за турнирные, да. Так, чтобы ядерки в мотопехоте, а ученых или сжигаем сразу, или сажаем. А что по поводу научных договоров? Там в турнире было... Только два можно заключать. Ну, только за два. Всю игру. Если четвером, можно, например, только один. Ну, это не влияет, неважно, сколько человек на самом деле. Это же количество договоров влияет просто на скорость продвижения. Ты ж можешь там эти два договора с одним человеком заключить. Я предлагаю, пускай два так и останется. Окей. Каждый может два договора заключить. И что по поводу договоров, там, о ненападении, оборонок? Тоже без этого. Давайте без них, да. Так, ну... С Хаббла ученых сажаем, ну, типа стандарт. Да. Так, ну, скаута, собственно, давайте что исследовать. Пойду, наверное, конечно, посмотрим, где у нас лошади. Все, можно играть. Хорошее чудо. Ну, то есть оно такое хорошее, просто это не совсем фигня, ради которого не стоит вообще идти. Тем более, что тут город может и Петру получить. Как то дела? Чего не спите? Место такое неплохое. Играем. Выходные же, что спать?
Ну, пику. Сейчас бы найти город-государство и взять с него дань, так как я явно первый по силе. Хотя, может, сейчас кто-то тоже нашел дуболомом улучшение и тоже сейчас станет первым по силе. Нет, я первый. Так, куда пойдем? Сюда. А вот и ГГшка, блин, рядом с этим чудом. Вот это мне не нравится. Тут вообще хорошее место для города, вот если в ГГшке. Ее надо будет захватывать, судя по всему. Это у меня будет четвертый город. И, наверное, я с нее дань смогу взять. Сейчас посмотрим. Блин, две ГГшки реально. С Праги взял. С этого не могу взять. Знаете что? Давайте я, может, сразу куплю здесь. А, мне, наверное, не хватит денег. Да, я война куплю. Ну, вот как-то так. Возьму Дань-Украинска. Сейчас только им воинам подойду. Похоже, здесь внутреннее море, еще одно внутреннее море. Так это 4 угла. 4 угла это карта, где у тебя по углам 4 прямоугольника, между которыми крестом расположены моря. Ну и в центре еще прямоугольник, который все эти 4 прямоугольника между собой соединяет. Я думал, в середине просто большой океан. Олмер, ты снизу пришел или откуда? Снизу, а ты сверху? Угу. Сверху слева, да? Да. Значит, я ты надо мной. Блин, мне не нравится, что у меня две ГГшки. Конечно, с одной стороны, ГГшки хорошие, культурные, но они очень неудачно стоят. А вот еще и третья тут. Ее я, кстати, не первый нашел. Ого, в центре. Круто. Озеро, да? Виктория, да. Кому-то там на рынке очень везет. Халецкий, привет. Здорово. Мне придется Прагу точно захватывать. Бухарест еще можно подумать, потому что фиг узнает, кто там. В общем, Банзе Колка первая дотянется. И да, все-таки. Монако. Обалдеть. То есть я вообще ГГшками защищен от атаки на себя, но мне города негде ставить. Вот что за тупость. Блин, надо было сюда копьем идти и брать дань с этих ребят. Ну и лагерь мочить. Отлично просто.
Это еще территорию надо как-то развивать. Ну, мне кажется, вот нормальная территория для города. То есть, раз, два, три. Два, три. Где-то вот тут поставить город. Тут Петра будет нормальная. Прагу надо захватывать. То есть, это третий город. Четвертый вот тут. Под гору поставить вот здесь. Или даже это второй сюда поставить. Надо скаутом туда бежать, смотреть, что там. Копьем идти сюда, чтобы брать дань. Надо подумать, куда все-таки первого поселенца вначале вести сюда. Просто здесь ГГшки очень отхватывают территорию. Может быть, имеет смысл раньше сюда привести, чтобы не так быстро ГГшки забирали все. Первый раз вижу. Два обещания дали. Джунгли в пустыне. Так, где там мои слоны? Давайте сначала амбар откроем. Потом я подумаю еще, куда идти. Блин, Азиец прямо близко к центру. Переживаешь за озеро? Да нет. И меня все сразу пойдут убивать. Просто смотрю, что прям очень близко. Ну, тут две ГГшки слева. Меня как-то вытолкнуло. Потому что я почти в самом углу. Блин, ну ё-моё. Фу, не сдох. Ну да, озеро прям второй город у меня. Фуф. Просится. Его захватит ГГшка, наверное. Не, я успею. Я уже думал, сейчас сдохнет. Юнит. Ну, он с банзой... А, нет, из банзы. Смотрите, со всех четырех взял дань. Это я здорово. Правильно купил. То есть покупка дуболома мне окупилась. Что он стоил 140. Благодаря этому я взял еще... То есть у меня и юнит есть, и денег я получу. Так, теперь с лагерем разберемся. Блин, смотри, сколько тут всяких ресурсов. Наверное, придется на хлопок ставить. Так вот, я думаю, куда все-таки вести в первую очередь. Сюда или туда? Ну а слонами я уже буду Прагу захватывать. Понятно, что играя за Индию, тут через волю тяжеловато будет. Вот это было... Чё? С легендами пустыни. Ну, там если пустыни у всех. Ты тоже хотел? Ну ты видишь мою территорию? Нет.
У меня на все пустым. Буду стоять. Ну так а что ты не это не брал? Варвара. Не успел. А у тебя много пустыни, да, да? Ну, прилично. Где-то холмы еще есть, да? А, не, нет. Просто пустыня. Даже с ранеными юнитами я первый по армии. Мне кажется, все-таки сюда надо поставить первый город. Просто для того, чтобы вот забрать вот эти клетки у ГГшек. Иначе у меня, ну, если я его третьим буду ставить, а не вторым, то мне некуда будет развиваться. Блин, вот это у тебя места тут снизу. Один город станет только. Хоть на чем-то станет. Так, я его тут оставлю, раз сюда поведу посела. Ну видишь, что какой пантеон ты меня украл. Да, так, знаете, если ты еще на две клетки арчера вниз спустился, там вообще просто бомба. Календарь надо открывать. Мне надо... У меня сейчас будут проблемы со счастьем. Ну, потому, что я что-то как-то сейчас почувствовал, что там не будет места. Так бы у меня только один город влез. Поэтому я на одну клетку вверх пошел. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите лично от меня приятные бонусы для старта. consolewar.ru. Беринджер. Вообще, наверное, можно было за Сиам сыграть. Игрушек много. В общем, у нас на карте получается Виктория вот тут. Хотя нет. Старый служак и где-то кратер Беринджер. В принципе, нормально. Да ладно, я две культурных вижу. Нет, ну те, которые рядом со мной. Ну, один культурный, два военных. У кого не скоро будет ресурс на обмен, у меня медь будет. Ну, у меня будет ходов через 12. Вот у меня не нашел. Ну, я недалеко от Виктории, от Мбанзы Конга. За ним? Ну, давай я схожу. Да, да. Я прям там даже стою. Тут все по пантеонам угорают, а я по-другому. Религии у меня тут не будет. Ну, у меня получается, что раз, два, три, и Прага четвертый город. А Бухарест, он культурный, будем союзить, будем с него культурку
Сунай Монако тут культурный. Смотрите, у меня рядом три культурных ГГшки. Там явно много других желающих, конечно, на Петру будет. Если кто-то пойдет этим городом в Петру, то он ее построит. У меня-то в столице Петра невозможно. Скоро с Бухареста опять дань возьму. Эти 6 несчастья получаю. Если обычные получают 4 несчастья, то я 6 за каждый город. Но это потом, когда города Индии начинают расти, это превращается в плюс, а не в минус. О, Монако спирает. Но я не хочу спирать рабочих, потому что я собираюсь Прагу просто захватывать. Я один раз объявлю войну, захвачу. Ну, вот у меня сила вернется. Так, монумент у меня через 5 ходов и так появится. Блин, ну он не должен, по идее, убить моего скаута. Битва за центр пошла. Ну, там за центр борются, а я тут свои дела решаю. Я поставлю, наверное, на хлопок. Как тебе сказать? Это за Викторию больше. Ну и за центр. Понимаешь? Да, на хлопок. У меня всего, с учетом самого, у меня всего власти 3 города. Да не, я не претендую вообще. Вот проблема, видите, на карте 8 ГГшек и 4 из которых тут. А ну вон, чувак поставил. Я не против. Так, кто-то там. Я понял, нет там ветра холмов. Хитрым голосом кто-то говорил.
Блин, хорошо, что меня библиотеку не увели, а то бы я уже ливнул, наверное. Ну, чувак, вот чувак идет в Петру, он сейчас я построит. Шучу. Висячие сады и Петру. Он одним городом играет. Там, наверное, очень круто. В этом плане. Взял математику, да? О, пошла Даня опять. Сейчас. Спаги возьмем. Может, рабочего взять? Блин. Чуть успел. Ну, компьютер вот тут предлагает, но я считаю, что лучше на хлопки поставить. Взял дань с Праги, надо будет сейчас возвращаться еще Монако и Мбанзу. Ну... Кто-то нашел Виктора, а я считаю, эти пирамиды нашел. Тебя там есть деволи играть? Нет, я двух рабов увел у Горгашек по пути, пока возвращался. Считайте пирамиды. Ну, это еще не пирамиды. Ну, почти. Я сейчас в минус уйду. По счастью. Конкретно, ну как, минус 2 уйду, потому что я получу 4 счастья от хлопка, но так как каждый город мне минус 6 дает, у меня будет минус 2. Поэтому я отключаю рост. Блин, Бухарест эту клетку купил. Это не очень хорошо. Бесплатные монументы подоспели. О, тут два железа прям в Дели. Правда, всего 4 штуки. Но тем не менее, блин, надо все-таки покупать тут клетки. То у меня у города может вообще не оказаться ничего для обработки. И, пожалуй, дорогу буду строить. А, еще 3 хода это дороги. Ну, тогда пойду хлопок обрабатывать. Слушай, полинезиец, пройди ты там выше Мбанзы Конго, встреть меня. А тут я, главное, вижу твои границы, как ты город поставил. А встретиться... Сейчас, я тут... Я тут добиваю 4-го варвара сейчас. Наконец пробился к вам. Обложили.
отлично, тут варвары вышли. Как мне правильно пойти, через Мбаза Конго или выше? Через там море? Сразу за Мбаза Конго он. Вправо. Я в трех клетках от Виктории вправо и вверх. Угу. Прям столица? Нет. Блин, как хорошо быть в центре с худшей промкой, наверное. Ну, можно потихоньку уже начинать слонов строить и выносить Прагу. Проблема, конечно, что она мне больше штрафа даст. Я ее даже уничтожить не могу. То есть, ну, очень серьезная у меня со счастьем будут проблемы. Так что, наверное, давайте мы в арены пойдем. Так, ну что, нету ни у кого там ресурсов на обмен пока? Скоро будет. А то я уже второй хлопок обрабатываю, я уже два ресурса могу меняться. Это же скоро будет. Ну, это не страшно. Так, это, как я понимаю, датчанин на море поставил. Поэтому я и не хочу Бухарест захватывать. Вот и нашлись. С такой силой, по идее, двух слонов даже должно хватить. Вот это ты подлец. Я подлец? У тебя еды, что ли, мало? Моя столица, вообще-то. Подлец, подлец. Такое прощается только после войны. Только не говоришь, тебе теперь кушать нечего. В городе. Поставил, подселил, купил оленей и бананов сразу. Ну, а ты, хочешь сказать, Викторию не покупал? Или что-то с ней делал? Ну, у меня, вот ты видел мои места, у меня только еще один город останется. Ты не видел мою пустыню лысую? Как хорошо будет вдалить всяких распрях. Не понимаю, как они, да? Там, почему их там негде вставить? У меня реально... Знаешь, на Виктории не было написано, что это твое озеро. Нет, так оно и не мое. Клетки ты скупал у моего города уже. Виктория не моя, а вот олени с бананами — это мои. Слушай, полинезиец, я тебе не предлагал тут мою территорию исследовать. Ты предлагал встретиться. Я выйду сейчас. Я просто вижу землю под Гонолулу, это просто самое шикарное, что можно придумать. Я не знаю, что ты... Нет. Там будет город, третий город и последний. Гора, холмы, река, через холмы, ресурсы, люксы, овцы, все, что хочешь. Камень.
Один люкс, а не люксы. Ну, я имею в виду город с люксом. Сначала я, конечно, да, я сбегаю, слонами возьму. И что? Ты глаз положил на эти земли? Я нет, я про то, что кому-то промки не хватает-то. Это не моя лысая пустыня. Через 4 хода будет обмен. Здорово, жду. Ты какой план? Ты строишь Петру и на слонах меня сносишь? Почему сразу так категорично? Я могу тебе веру принести на пустыню, например. Нет, он может тебя на метколуках снести, а не на слонах. Ну, или такой вариант. Мы можем договориться. Кстати, эту клетку я не покупал, он сам. Викторию? Нет, вот эту равнину. Господи, не жалко. Ну, я не знаю, предложи что-то теперь. Вот между нами там болото. Вот кто сушит болото, тот собирается нападать. Я буду это так расценивать. Ну, хорошо. Так, чё, появится лава или не появится? Место в столице очень приличное, если, ну, единственное, чего мне теперь не хватает, это горы, чтобы у меня столица у горы была, а все остальное мне очень нравится. Леша, я стану на холм под Бомбай, чтобы видеть ГГшку? Встань. Только дальше не пойдешь, да? Да, не пойду. София, уже 5 ГГшек нашел. Минус 5. Появится слоник. Я сразу с Монако возьму дань. Бухарест еще нет. Бочанин, а ты далеко от Софии? От Софии? Ну... Он с ней соседствует просто. Фактически соседствует, да. Еще что-то пытается придумать, сказать, как он далеко от нее. Нет, ну, столица далековато. В 5 клетках. Столица Софии от твоей столицы, да? Кто помнит наизусть столицу Софии? Это Болгария? Это был тонкий юмор. Я понял. Болгария — столица Софии. Всегда так думал. Подойдет слоник в Мумбаи, возьму дань. Соберу дань с Монако из Банзы Конго и пойду захватывать Прагу. К сожалению, там, кстати, бесплатного монумента не будет. Это меня расстраивает, конечно.
Так, ну, по идее, я должен быть сейчас первым по производству. Да, причем так прилично. Обмен готов. Первый. Отлично. Блин, может рабочего взять? Давайте рабочего. Амбан за Конго. Деньги, отлично. Просто здорово. Блин, у него тут горы у датчанина-то, между прочим. Так. Забрал я дань. И оттуда. Ну все, надо на Прагу идти. В принципе... Открываю констракшн, чтобы арены строить. У меня со счастьем будут явные проблемы. У меня очень быстро 4 города, тем более, что я индус. Это Парфенон или Артемида? Ну, если секрет, конечно. Видишь, на Артемида. Какой Парфенон? Кому он нужен вообще? Да и рано. Мне, наверное, 3 надо слоника. Ой, варвары. Ставь Дискорд на кнопку, а то ты постоянно кашляешь. Нам тут бактерии распространяешь. Сейчас. Так, а Бухарест мне уже не хочет дать дань? Нет, пока не хочет. Ну, по росту и по идее понятно, почему полинезиец первый. Виктория. Но все остальное у меня красиво выглядит.
Прага еще раз хочет мне дань дать. Это здорово. Это здорово. А Бухарест? А Бухарест пока не хочет. Ну, сейчас дала дань. Как раз мы ее захватим. Все по плану. Карфаген, назад скаутом отступай, мешается мне. В плане? Ну, в плане я сейчас туда иду, а он не мешает. Ушел. Тебе может было тут фермы... Ну, вообще тут фермы нельзя пока построить. Из открытия гражданской службы. Так, ну давайте посмотрим. Ну, не так, чтобы он и сильно бил на самом деле. Блин, это я тупо походил. На самом деле. Потерял. А с другой стороны, как мне было этим слоном походить? Надо, просто надо было ход подождать, не объявлять сейчас войну. О, тут у Карфагена с Полинезией будет завязочка явно. Библиотечка построена. Ну, наверное, кстати, что можно... за катапульта? Водяную мельницу. Это не то, что ты подумал. Это София подарила. Она просто мимо проходит. Угу. Гнал его. Вообще полинезиец прям. На выходе со своего этого прямоугольника столицу поставил. Я, наверное, вот тут дорогу буду все-таки строить.
Так, а ресурсами никто не хочет больше поменяться? У меня хлопок есть. Будет шелк ходов через 5, наверное. Так, ну я у Праги, правда, получу слоновую кость, и это чудо даст мне плюс 6 счастья. Ну, то есть слоновая кость и чудо — это 2 и 4. 6. Но тем не менее, несчастье будет. Следующим ходом Прага берется. Ну тут будет явная завязка между полинезийцем и карфагеном когда-нибудь точно. А может и не берется. Не берется этим ходом. Ладно. Подождем. Наверное, сразу в гражданскую службу пойдем. Потому что чеченица мне тут очень пригодится. Ну, что счастье оно дает. Так, давайте пока марионетку сделаем. Бухарест настроил армии. Теперь надо его... понапрягать как-то. Не хочу пока тут лес вырубать, потому что будет тундра. Тундра — это просто одна еда. Денег дофига. С другой стороны. То есть всей моей армии не хочет Бухарест дать. Да ну сволочь. У нее слишком много армии. Вот просто откуда-то культурная ВВшка такую армию построила.
это у меня плохая территория, видите. Чистая пустыня. Петру я не построю, Петру. А, слушайте, а Карфаген-то и не спешит с Петрой. Петры так до сих пор и нету еще. Загляните на consolewar.ru, ссылка в описании. А на этом пока все. Продолжение по плану должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.